До последнего клиента открыты тоже. Russian. Руссо-туриста. Мило, что с поляками спутали. Ну да ладно. Мы переживем. Нет, здесь волшебно, конечно. Не, ну правильно, смотри, если пираты выбрали такую долину. 150 тысяч евро всего-навсего. 900 метров квадратных. Рядом с морем, с океаном. Главное. Ключевая особенность этого дома. В общем, телефон зрители видели, могут звонить. Моя комиссия 5%. Я думаю, мы к морю не пойдем, как и Яна. Давай быстро сгоняй. Еды немного с тобой взяли. Меркадона сегодня закрыта, так бы мы набрали. А ну вот, пожалуйста, супермаркет. В теньке. Волшебные запахи вкусностей. Нельзя лицам с такой вытянутой мордой заходить. Прикол, вот если на эту лодку не успеешь, пойдешь просто там или ночевать, или обратно пиликать. Смотри, звери без намордника абсолютно гуляют. Что за беспредел-то такое? Не смотрите на него, что он такой добрый и милый. У него такие холодные губы, не представляете даже. А там вот внизу до сих пор живут пираты, которые еще не в курсе, что здесь же ходят туристы. Короче, да, реально, походу, западная часть России ездит на Канары отдыхать частенько. Русских здесь знают. Фух, ребята, слушай, такой обалденный вид, просто волшебный. И ящерки, ящерки, ящерки полные. Ящерки, ящерки. Пегасики, разбегайтесь. И вот оттуда вот мы спускались с самого верха. Тык-т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 ык. Да. Полоса. А, это мини-электрики, ну да, это ОЭП. Маленькие электрончики дотянулись и до сюда. Там уля у нас прикрытая, нормально? Нормально. Все нормально. Любимые пальцы с собой. Продолжаем обсасывать.
пойдем уже дойдем до конца, чем там вся эта маска закончится. Если что-то не закрыто, нужно туда обязательно пройти. О нет, здесь не пройти, Маш. Здесь волшебная цепочка висит. Но если кому-то все-таки удастся прокрасться через нее, то можно пойти по этой тропинке вот туда вот вниз. Ибо там через смешные 3-4 часа начинается океан. Я видел птицу, она прям на месте зависла вот так вот и висит. Видела, да? Спасибо за внимание. Давайте.